Да, я совсем охуел. Да, я вернулся спустя год, мне просто передали эстафету. Так вот, сегодня я расскажу сразу о своих трех любимых моментах в Сонике. Поехали! Момент с профессией инженера-работника Мария – это одно из самых смелых решений в играх про Соника. Обычно серия фокусируется на скорости, веселье и приключениях. Но здесь история глубже. Так давайте разберемся, почему смерть профессора Джейда и Марии Работника – это самый любимый мой момент в Сонике. Эй-хай-хай, зяблики! Стоп, вы не того привели. Потому что смерть детских произведений сама по себе болезненная у многих тема. И мне нравится то, что в этом моменте не пытается скрасить саму смерть, а лишь показывает хладнокровную и жестокую реальность. А где футаж, я сейчас не понял. Sonic CD — это та самая игра, в котором играет контраст между добром и злом. Японское звучание — сама атмосфера добрейшая. В английское звучание играет другими красками, особенно с момента при первом файтинге с Эггманом. И напоследок у нас... Оу, нет... Кстати, задонайте мне кто-нибудь, пожалуйста, на Donation Alliance. Буду благодарен.